Всем отличного, замечательного понедельника, продуктивной, высокооплачиваемой недели. Конечно же, только людей на вашем пути, которые хотят вместе с вами достигать ваших целей. Всем привет-привет! Снова сегодня с вами я, ваша Ирина Красовская. Сегодня уже в полноценном режиме. Я наконец-то дома в Гродно. Можете меня поздравлять. Мой отпуск окончательно закончился, и я безумно рада снова приступить к работе, так как время не ждет. Уже август месяц, а это значит, что время отпусков подходит к концу. Скоро деткам нашим в школу, и вы должны понимать, да, что никто, кроме нас. И что бы ни говорили, да, как помните, еще там 4 месяца назад я вам говорила, что коронавирус, возможно, и закончится, а вот кризис только начинается. И поверьте, дорогие мои родные, никто, кроме вас самих, не изменит вашу жизнь. Никто еще не отменял кушать, никто не отменял обувать, одевать наших детей. Даже несмотря на то, что дети, скорее всего, во многих странах будут обучаться дома, но тем не менее их нужно кормить, их нужно обучать. И для этого также нужны компьютеры, согласитесь. Так вот, наша компания – это как раз тот островок надежности и стабильности, который зарекомендовал себя уже в течение почти полутора лет, да, где мы можем зарабатывать вне зависимости от того, какая политическая обстановка у нас в странах, какая происходит сейчас кризисная обстановка в экономике, в здравоохранении, образовании и так далее и тому подобное. И как вы, наверное, уже заметили, больше и все больше и больше просто глобальных таких корпораций даже, они и то переходят в сеть, да? То есть производство остается на земле, ну а то, что касается продаж, все переходит в сеть. И знаете, как бы ни печально мне сейчас об этом было говорить, но очень скоро наступит то время, когда высококвалифицированные работники, высококвалифицированный персонал и люди с высшим образованием просто останутся у разбитого корыта. И знаете почему? По одной простой причине. Да? Вот сейчас, во время этой пандемии, во время коронавируса, работодатель, он понял, насколько выгодно продвигать товар в сети, насколько выгодно предлагать свою продукцию в сети, насколько выгодно оказывать услуги в сети, те, которые можно оказывать. Так зачем, скажите мне, содержать офисы, проводить логистику, тратить деньги огромные на наземную рекламу, да, если все это можно делать в интернете. И, соответственно, да, хотим мы этого, либо не хотим, грядет время безработицы, а это значит, что огромное количество людей, причем людей с высшими образованиями и не только, да, просто останутся не у дел. И как вы думаете, куда они пойдут? Естественно, они пойдут в сеть. Но человек, который пришел в сеть вот только-только, ему не за что зацепиться, нет ориентировки, да? Люди не понимают, с чего начать и что делать, чтобы действительно приобрести либо дополнительный источник дохода, либо обрести основной источник дохода, начинают пробовать, начинают ошибаться. И как раз-то те, кто смог перестроиться в онлайн-режим, кто смог адаптироваться под нынешние обстоятельства, они выживут. К сожалению, пандемия и кризис не терпит бедных людей, да? И это, конечно, ударит по огромным слоям населения, да? Это начиная просто от обслуживающего персонала и заканчивая, как я уже говорила, людьми, которые имеют высокую квалификацию, но они уже будут не востребованы. Потому что и даже если сравнить содержание офиса на земле, где может там штат в 15-50 сотрудников, если сотрудники работают в онлайн, количество можно сократить в разы. Соответственно, опять же, безработица и так далее и тому подобное. А количество населения
на Земле с каждым годом все увеличивается, несмотря на всевозможные войны, коронавирусы и так далее и тому подобное. Как бы правительство не пыталось сократить, да, как-то контролировать и регулировать количество населения людей на планете, тем не менее, а люди хотят кушать, люди хотят достойно жить, люди хотят показать своим детям немножко лучшую жизнь, чем имели сами. И где возможности? Возможности, конечно же, в сети. И поэтому наша компания, миссия которой именно научить людей зарабатывать в сети, она будет актуальна. И ее актуальность будет повышаться, уже даже я не буду говорить от года, из года в год, да, а это уже от месяца к месяцу. Да, потому что если даже посмотреть по ключевым запросам и сравнить рейтинги на той же Алексе, к примеру, да, ну, аналогов просто нет, понимаете? Есть сайты, которые предлагают нам якобы обучение, но действительно такой платформы обучающей, которая учит людей, да, не только онлайн-бизнесу, не только MLM-построению, хотя это на первом месте, да, но мы можем дать такие навыки, чтобы человек себя попробовал в сфере фриланса, в сфере блогера, да, и так далее и тому подобное. Да, я согласна, многие могут сказать, что такую информацию можно найти где-то в открытом доступе. Согласна, часть можно найти в открытом доступе, причем абсолютно бесплатно, но, дорогие мои, это время, да. А иногда обстоятельства складываются так, что это времени просто нет, потому что, опять же, кушать мы хотим каждый день, вне зависимости от того, есть у нас время, да, то есть мы сами можем подтянуть пояски, а нашим детям мы это не объясним. Поэтому, когда мы говорим о своей компании, когда мы говорим о том, что миссия компании – научить зарабатывать деньги, это истина, да, потому что, я уже повторюсь, это не только построение MLM-бизнеса, это еще огромные сферы влияния и развития в сети, фриланс, копирайтер и так далее и тому подобное. Здесь человек может освоить азы, понять, что, к чему же действительно лежит его душа, лежит его сердце, что у него получается лучше, и это за мизерные деньги, для того, чтобы потом уже целенаправленно начать развивать именно ту сферу деятельности, которая у него получается лучше всего, будь то блогинг, будь то SMM, PR и так далее и тому подобное. Так вот, но все-таки в первую очередь надо говорить о том, что наша компания заточена под сетевика, да, под сетевика, который хочет зарабатывать действительно серьезные чеки, да. Это я сейчас говорю, ребят, не о 500 долларах и даже не о 3000 долларов. Я говорю о тех деньгах, которые могут менять ваши жизни. Потому что даже 3000, даже 10 тысяч долларов вряд ли сможет изменить вашу жизнь, если вы не обладаете некоторой финансовой грамотностью. Потому что уже обладая такими финансами, как, к примеру, 10 тысяч долларов, можно, обладая финансовой грамотностью, эти деньги заставить работать на вас. Но меньшие деньги, к сожалению, да, они не способны изменить вашу жизнь, эти деньги только способны закрыть ваши платежи, закрыть ваши потребности, сегодняшние потребности, позволить кушать продукты немного лучшего качества, да, позволить себе отдых, позволить образование детям и так далее подобное. В нашей же компании можно заработать те деньги, которые меняют жизнь. Причем маркетинг-план компании построен таким образом, что с наименьшим энергетическими затратами на построение сети вы имеете возможность получать колоссальные деньги. И что для вас, что для вам для этого же понадобится, да? Это всего лишь, я буду говорить сейчас об той программе, которая на сегодняшний день наиболее привлекательна. Это программа «Алмаз», и это всего лишь 55 долларов, да? То есть за эти деньги вы можете открыть для себя сразу три источника дохода в нашей компании. За эти деньги вы можете получить качественную базу, которая поможет вам строить свой бизнес. И что касается лидера со структурой, да, которые уже прошли огонь и воду, и медные трубы, каждый лидер понимает, что когда нет системы дубликации, соответственно, нет денег. Структуры выстраиваются, но структуры останавливаются, структуры не идут вперед. И вы, надеюсь, я уже понимаете, из каких составляющих
состоит MLM-бизнес. Нет привлечения новых партнеров, нет продаж, нет денег. Поэтому наша компания нужна каждому, где бы ты ни работал, в какой бы сетевой компании ты ни состоял, будь то неважно, продуктовый бизнес, матричный бизнес, та база знаний, те навыки, которые даются у нас, они нужны абсолютно всем. Вне зависимости от того, будешь ты строить бизнес с нашей компанией или нет. Так вот, 50 ресурсов вашего успеха – это, конечно же, ресурсы компании. Это наша школа «Успешный партнер», которая имеет несколько направлений на сегодняшний день, которая постоянно совершенствуется. И уже к осени мы выдадим вам еще более усовершенствованный план вашего успеха. Это программа лидерского обучения, это программа финансовой грамотности, ну и, конечно же, это самый высокодоходный бизнес-план на сегодняшний день и самый простой. Некоторые люди боятся простоты, но не нужно изобретать велосипед для того, чтобы сесть и поехать в свое счастливое будущее. Ну и от вас, конечно же, потребуется это желание обучаться в первую очередь, желание достигать поставленных целей, а цели здесь можно выстроить глобальные, колоссальные, да, и это не дополнительный доход, а это действительно деньги, которые меняют вашу жизнь. И, конечно же, следовать миссии компании. Что значит следовать миссии компании? Это же, конечно же, делиться с людьми возможностями, теми возможностями, которые дает нам компания. Наша компания абсолютно легальная, на рынке работает уже год и 4 месяца. За это время 115 тысяч партнеров присоединилось к компании, более из 20 стран мира. И мы развиваемся все больше, дальше, глубже, выходим на сети, в сети MLM-бизнеса, на просторы MLM-бизнеса. Компания зарегистрирована в белой легальной зоне, это Таллин, Эстония, то есть это не офшорные зоны, это гарантия того, что основатель компании Абуназарова Альбина Гаджиевна, она ведет честный и открытый бизнес и ни от кого не прячется. Как часто мы слышим вот это сравнение с пирамидой, да? Но люди не понимают, неважно какой бизнес, да, будь то матричное построение, у нас именно такое бинарно-матричное построение, будь то продуктовый бизнес, линейный, будь то, ну неважно что, да, обыкновенная партнерская сеть, важно, да, понимать, что этот бизнес будет работать долго. И этот бизнес будет приносить пользу людям. Так вот, основатель компании – это абсолютно, как это правильно-то сказать, даже я слово не могу, то есть это реально живой человек, такой же, как и мы с вами, да? И то, что компания, она зарегистрировала компанию именно в белой легальной зоне, легально выплачивает налоги, ведет честную, прозрачную деятельность, всю документацию можно посмотреть у нас на сайте, в том числе и уставное соглашение, и политику компании, и ответственность сторон, как компании, так и партнера. Все это у нас прописано, чтобы ни для кого не оказалось потом секретом, да, за что именно в нашей компании платятся деньги. И вот один из самых главных и важных показателей, что основатель компании реальный человек, который ни от кого не прячется, выходит с открытым лицом и в эфиры, и к своим партнерам. И мы всегда знаем, что мы получим всестороннюю помощь и поддержку. И вот, учитывая то, что компания работает уже чуть больше, чем год, да, другие, посмотрите, сколько за это время, да, в сети вышло новых компаний, проектов, и сколько из них работают сейчас, скольких мы пережили, да, и хотя мы там не знали, кто это, что нам, кто стоит у истоков этой компании, нам просто давали какие-то обещания, которые не выполнялись, как всегда, оказывалось огромное количество людей, которые потеряли свои деньги. У нас вы не можете потерять деньги по одной простой причине, что вы за свои деньги получаете продукт. И уже что вы будете делать с этим продуктом, это уже полностью ваша ответственность. Либо вы его просто ложите на полочку и не используете его, но вы его получили. Либо вы этот продукт
отдаете своим детям пользование, да, я думаю, что начиная там уже с 5 класса, это будет интересно каждому ребенку, да, разобраться, допустим, как вести свой блог в Инстаграме и начать зарабатывать денежку вне зависимости от папы с мамой, да, ну, то есть главное знать, как использовать этот продукт, либо это нужно пенсионеру, который просто хочет общение повысить как-то вот свой, свою значимость в этом мире, да, то есть для тех же, для интересного ведения тех же соцсетей. И даже если вы пришли в сеть просто познакомиться и встретить свою судьбу, то красиво оформленный блог вашего Инстаграма или Фейсбука приведет к вам именно того человека, которому вы расскажете, покажете, какая же вы прекрасная барышня либо мужчина. То есть, ну, наш продукт, ребят, ну, девчат, нужен абсолютно всем, понимаете? То есть весь мир переходит в сеть. Да, и эти навыки просто необходимы для элементарного. Вы вспомните себя, да, когда вы пришли и не знали даже элементарно, как там загрузить эту картинку. Я себя прекрасно помню, господи, сколько я мыкалась, вот как это, с чего это, что это и так далее. Мы же даем, вот, пожалуйста, есть у вас сосед, да, который только вот купил компьютер, и ты хочет освоить какой-то азы, вы ему прекрасно можете предложить, ему это подойдет. Причем за небольшие деньги, да, вы ему даете вот рекомендации, которые ему помогут добиться именно тех целей, да, с которыми он пришел в эту сеть, что ему, ну, то есть каждому же нужно свое, да, вот, то есть и подводя итог, да, что же Rich's Company? Во-первых, Rich's Company — это очень просто. Во-вторых, Rich's Company — это честно, прозрачно, легально, это высокодоходно. Это минимальные деньги, затраченные на обучение, которое может приносить вам любые доходы, которые вы можете себе позволить, начиная там от дополнительного какого-то дохода и заканчивая реализацией своих самых сокровенных мечт, если вы еще не разучились мечтать. Конечно же, это стабильность и надежность, поскольку бизнес прозрачен, как я об этом уже говорил, но это профессиональное обучение всему тому материалу, который есть у нас. И это не просто материал, который у вас в кабинете, это живые онлайн-встречи, это обучающий материал, который именно конструктивно по модулям разбит, да, то есть переходя от одного модуля к другому, вы постигаете все азы сетевого маркетинга, либо ищете ту работу, которая вам будет подходить в дальнейшем. И таким образом, осуществляя миссию компании, рассказывая людям о том, что можно иметь в этой компании, при нашей лидерской помощи и при помощи нашего замечательного педагога Татьяны Анатольевны Пищурниковой, руководителя школы «Успешный партнер», вы сможете действительно добиться в жизни многого. Но запомните, это только 50%. 50% – это все-таки ваше усердие, ваше желание, ваше стремление добиваться ваших целей. Ну а мы, конечно же, вам в этом всегда готовы помогать, поддерживать, сопровождать и сотрудничать с каждым партнером, кому интересно. Не просто регистрация, посмотреть там, авось получится, да, а именно мы готовы сотрудничать с каждым человеком, который готов принимать нашу помощь, готов принимать поддержку, обучаться расти вместе с нами и зарабатывать просто неприлично колоссальные большие деньги. На сегодняшний день у нас три программы. Это основная программа, это как раз программа с минимальной базой обучения. Хотя, в принципе, продвигаясь по статусу, вам доступны все, абсолютно все модули, которые вот перед этим были на слайде. Это начиная от ведения вашего личного бренда в соцсетях, заканчивая продающими сайтами. Да. Ребят, вот вы задумайтесь, да, создать для кого-то продающий сайт, да, это, ну, как минимум сегодня $200. Если вы в месяц создадите 4 сайта для кого-то на заказ, то это $800, да. Ну, то есть, а вы при этом вкладываете всего лишь 25 либо 50, ну, в зависимости от того, какую из программ вы для себя выбираете. Вот. И это как бы, вот это уже дополнительный источник дохода.
То есть если с умом распоряжаться той базой, которая есть. Если вы создаете какой-то ролик, да, для кого-то на заказ, да, то это тоже $150. 4 ролика, вот, пожалуйста, вам еще $300. Но а если вы строите с нами сеть, если вы рекомендуете продукт другим людям, да, тогда вы становитесь партнером, полноценным партнером компании и имеете право получать вознаграждение по маркетинг-плану. А маркетинг-план очень простой, очень естественный, и в этом его вся уникальность, дорогие мои. Да? Здесь нет никаких подводных камней, здесь сквозной открытый путь, ваша дорога к успеху. И при личных рекомендациях, при продаже нашего продукта вы продвигаетесь по статусам, и вы реализуете все свои мечты, на которые только можете себе позволить пустить свою голову. Ну, конечно же, на сегодняшний день самая актуальная программа – это программа «Алмаз», я все-таки считаю, да, по одной простой причине, что все после отпусков, кто-то думал, сидел, да, вот сейчас закончится коронакризис, пандемия и так далее, жизнь вернется в прежнее русло, ребят, она не вернется, да, а деньги нужны еще вчера. Так вот, $55. И программа «Алмаз» для вас открыта. Вы получаете базу знаний, и в этой короткой программе вы сможете очень быстро пополнить свои исхудавшие кошельки. Поскольку здесь все, ну, просто феноменально просто и феноменально коротко. Да, как только вы приобретаете бизнес-место, вы становитесь сверху своего стола. Этот стол двухместный, соответственно, под вас должны прийти два партнера. Причем это даже не обязательно условие. Это могут быть не только ваши личные партнеры, это могут быть и переливы от спонсора. Вот буквально вчера я только вернулась из отпуска, да, уже, ну, уже в рекрутинге, и у меня вчера в структуре один логин, один партнер, который никого еще не пригласил, перешел в стол $100, потому что мои переливы, меня здесь нет, это мой личный партнер, и было еще две личных моих регистрации, соответственно, этот партнер уже перешел в денежный стол, и он встал в стол к активному партнеру. Соответственно, этот партнер не будет дожидаться, вот когда этот тут проснется. Это в корне неправильно, не нужно никого ждать, да, но тем не менее я вам рассказываю, как работает наш маркетинг-план. То есть здесь имеют возможность зарабатывать все. Но, ребят, давайте будем честны, когда мы и работаем все, то результаты гораздо круче. Так вот, даже если этот партнер и в дальнейшем не проснется, где-то он там болеет, где-то занимается, не знаю, многие там Россия, Беларусь, ягоды собирают, да, считают, что это вот сейчас актуально, да, детей в школу собрать, надо пахать раком там попой кверху, простите, да, где-то на огородах продавать потом на рынках, либо ягоды сдавать, то есть, не знаю, я знаю, что это достаточно распространенный летом вид заработка во многих странах, да, но гораздо, сколько надо вам постоять с попой кверху, да, чтобы заработать $100, да? Здесь вам достаточно зарегистрировать, внести 55, зарегистрироваться, порекомендовать продукт компании двоим партнерам, и вы уже $100 в столе. Ваши партнеры делают то же самое, да, и у вас начинается движение. И уже вот по факту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 партнеров $100 вы получили. То есть это в принципе можно делать, да, за 2 дня. Заработаете ли вы в лесу там, либо на огороде, либо еще каким-либо другим доступным вам способом эти $100 за 2 дня, ребят, я сомневаюсь, да? То есть вы получили здесь не только возврат, но уже и прибыль. Второй, значит, следующие два партнера, 10 партнеров, и вы уже получили еще $100. Последующие два партнера автоматически дают вам переход в следующий стол. Здесь приходят два партнера, перешли сюда, в $400 стол. И здесь, даже если вы сделаете это за месяц со своей командой, то есть вы же не один должны делать, вы должны найти 3-4 человека, которым позарез нужно собирать детей в школу, которым позарез нужно закрывать кредиты, которым позарез нужно, который не говорит, да, что не ищет отмазок, у меня нет времени, потому что я там должен грядки полоть.
но кредит надо платить и так далее. То есть вы должны найти таких двух человек, которые действительно так же, как и вы, вот позарез нужны деньги. Да? То есть сюда приходит вот первый партнер, да, $200 вы получаете, $200 идет в программу Home, вы открываете для себя совершенно другие возможности. Это $100 000 на реализацию вашей мечты. Я понимаю, что мышление человека таково, что в это сложно поверить. Но, ребят, это действительно так, и это очень просто сделать. Вот отбросьте все свои эти убеждения, весь прошлый опыт, все ваши потери, все ваши обиды. Оставьте это там где-то, да, и начните прямо сегодня, прямо сейчас жизнь чистого листа. Не работают ваши партнеры, которые зарегистрировались там весной. Ну и бог с ними, да, это их выбор. Но вы-то, раз вы здесь сегодня со мной вместе на презентации, значит, вам нужна другая история вашего бизнеса, правильно я понимаю? Поэтому, и что же касается вот того, что там тот не работает, этот не работает, это личное дело каждого, но хочу заметить, да, у нас в соглашении прописано, при каких обстоятельствах партнер имеет право на вознаграждение, то есть только в том случае, когда он продвигает на рынке нашу компанию, продвигает услугу компании и так далее, да, то есть именно за действие, а не просто так за регистрацию, имейте это в виду. И вот по поводу того, что там я вложил, ничего не получил, вы не получили только потому, что не использовали ресурс компании, то есть и не применяли свои личные качества. Вся 100% ответственность только на вас, дорогие мои. Это бизнес, а бизнес нужно делать ежедневно. Так вот, начните прямо сегодня, прямо сейчас, перетряхните свои структуры, да, выйдите к каждому, переговорите с ключевыми лидерами, узнайте о их планах, возможно, замотивируйте, проведите беседы групповые, планерки, возвращайтесь, потому что если вы не сделаете этого сегодня, завтра кто-то уведет ваших партнеров в очередной лохотрон. Да? И эти люди подумают, что все в сети – это сплошной обман. Хотя здесь они могли бы заработать. Но по каким-то причинам либо не услышали, либо не поняли, либо была информация донесена не… Подойдите с другой стороны. Да? Мы разные. Помните, у нас разное восприятие мира – аудиальное, визуальное, да? Мы учитесь слушать друг друга, поговорите, не ставьте крест сразу на человеке, а поговорите, если уже не удалось, это другая история. Значит, путь только один. Когда мы хотим зарабатывать в компании, это мы должны оставаться на месте. Компания будет на месте. И вся ответственность, сколько я буду зарабатывать в месяц, зависит только от меня и от моих действий, даже не от моих партнеров. Потому что у каждого своя скорость по направлению движения к своей мечте. Возможно, я хочу большего, поэтому я должна делать больше. Вот. Соответственно, вот если у вас уже есть вот это место в программе Home, значит, это вы получите на выплату $400. Вот этот партнер, который к вам придет сюда, опять же, неважно, ваш личный это партнер либо нет, вы получите $400. $400, что можно сегодня сделать за $400? Прилично, да? Можно как минимум одного ребенка в школу собрать. А если бы вы получили 800, да, то прекрасно, можно собрать и детей в школу, даже если они у вас обучаются на дистанционном обучении, как будет в этом году в нескольких странах, да, компьютеры нужны, потому что без них ваши дети вообще не получат никакого образования. И на кого вы потом будете обижаться, да? То есть то, что у вас была эта возможность, но вы не осуществили, да, не сделали ни единого действия для своих детей. Государство, да, оно ввело карантин, оно ввело дистанционное обучение, но компьютер вам домой не принесло, согласитесь. И ваши дети будут обвинять потом вас, а не кого-то. Понимаете? Только вы и никто больше. Только я и никто, кроме меня.
Поэтому берем ответственность за свой бизнес, за своих деток, за свои семьи, за свое здоровье в конце концов. Потому что от того, на какой волне мы живем, насколько позитивно, продуктивно мы мыслим, зависит не только физическое состояние, да, материальное благо, да, но еще наше здоровье также зависит от этого. Унылый человек, это человек с низким иммунитетом, поэтому он подвержен всевозможным заболеваниям. А человек, у которого денег нет и не предвидится, естественно, а у которого еще давят кредиты, долги, проблемы, да, иммунитет просто сводится к нулю. Но опять же никто за вас это не сделает. Ну никто, да. Я знаю, что сейчас, как ни странно, многие находятся в таком неком депрессивном состоянии. Вот ждали, что закончится этот карантин, ждали лето, что все, нет привычной жизни. Ее больше нет и ее не будет, понимаете? Ее больше не будет. Депрессуете вы, не депрессуете, вы только себя загоняете вот еще большую яму, чем вы находитесь. Только, как говорил наш дорогой Мюнхгаузен, да, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Даже если государство вам даст какую-то там мелкую подачку, как в некоторых странах, да, то есть вряд ли это глобально изменит обстановку в вашей семье. Следующий партнер дает $350, 50 на развитие компании. Это на конкурсы, промоушены, на оплату содержания, на улучшение, на реструктуризацию и так далее и тому подобное. То есть это просто копейки по сравнению с тем, каких денег требует, да, содержание компании. Сколько реинвестируется, кто работает с первых дней, видит, сколько много делается ежемесячно, да. То есть это обновление сайта и материалы школы и так далее и тому подобное. И сейчас мы работаем тоже над некоторыми нововведениями. В принципе, наша команда, административная команда во главе с президентом компании постоянно находится в поисках новых каких-то источников для еще большего развития компании. Да? Поэтому эти деньги просто необходимы в компании. И здесь вот $400, из которых 200 вы получаете на руку, и 200 вы отправляете снова на реинвест своему спонсору. То есть таким образом один раз вы вкладываете $55, получаете все, что необходимо для ведения бизнеса, и начинаете движение. Причем вот здесь, да, вы имеете возможность ежемесячно зарабатывать по $1350. То есть очень короткая программа, очень простая программа с уникальным алгоритмом. Кому интересен алгоритм, в среду, пожалуйста, приходите, будем подробно разбирать алгоритмы движения, переходов по столам, движений и так далее. Но и при этом вы еще открываете путь и к своему жилью. И то есть программа Home, она тоже у нас уникальная в некотором роде, да? Больше таких просто нет. Это очень простой путь к реализации вашей мечты, если она у вас есть. И даже если нет, то это очень хорошая инвестиция своего времени, потому что денег вы здесь практически не инвестируете. Даже если вы сразу себе приобрели место в программе Home, да, работая в VIP-алмазе, вы их возвращаете, да, поскольку там вот тот момент, когда делятся по $200, если уже вы есть, да, вы в этой программе, вы получаете $200. То есть у вас тут без убыток наступает практически сразу же, да. И, соответственно, эта программа – это ваш свободный выбор. Это ваш свободный выбор в жизни. Не только свободный выбор в том, в каком городе вы приобретете свое жилье, но вы себя освобождаете от кредитов, которые годами будут вам висеть дамокловым мечом, и вы будете изыскивать средства, изымать ежемесячно из своего бюджета, чтобы гасить там ипотеку, кредит, жилищный кооператив или так далее, да, и неизвестно, как будут складываться дальше обстоятельства, сможете, станет ли в конце концов это закредитованное жилье вашим или нет. Здесь вы просто один раз вкладываете, начинаете двигаться, начинаете зарабатывать, и помимо того, что вы, пускай вам потребуется там даже 2 года, да, но это не 15 лет жить вот с этой тяжестью.
да, это всего лишь 2 года, за которые вы можете приобрести жилье именно там, где вы хотите, в любом городе, в любой стране, где вас будет все устраивать. Главное только отпустить все страхи, сомнения, поверить в свои силы и делать, делать и делать. Это действительно Rich Company, это действительно шанс для тех людей, кто слышит, про что я говорю. Это действительно шанс на изменение жизни. Это все, что вам нужно в одном месте. Да? И программа Home, она очень простая. Это бинарный маркетинг, продвигаясь по ступенькам, всего 5 ступенек, да, то есть это 5 семиместных столов. Это всего лишь, ребята, 5 семиместных столов, где нет никаких подводных камней, где нет никаких клонов, которые будут оставлять ваши деньги в компании, где нет реинвестов в ненужном месте, которые будут вас отбрасывать от вашей цели, от вашей мечты. Вся команда одним общим потоком идет, поскольку это бинар, да, идет по ступеням, получает промежуточные выплаты 600, 1200, 2800, 10 тысяч долларов, плюс путешествие на двоих и 100 тысяч долларов ваши. То есть в этой программе можно очень быстро достичь того, что вы хотите. То есть первая ступенька, если вы начали с 200 долларов, либо вы перешли с алмаза, я бы вообще вот, да, порекомендовала бы там не дожидаться. Просто поскольку новый сезон, новая волна, люди будут искать хорошее предложение, да, открывайте себе места. Открывайте себе, изыскивайте средства, деньги хранить под подушки, так, под подушкой, да, на черный день. Это так делают только бедные, несчастные люди. Потому что эту заначку вы достанете в один прекрасный день, а вы ее спустите либо в унитаз, либо закроете очередной кредит, да, и все, завтра вы опять будете бесконечно думать, что же делать, как жить, где брать деньги, а все, их нет. А здесь вы один раз 200 долларов инвестировали в свое будущее, и все, и начинаете двигаться. Находите таких же людей, которым нужно то же, что и вам, которые понимают, что никто кроме них ничего не сделает. И программа накопительная, поэтому она очень короткая, поэтому нужно очень мало партнеров для того, чтобы получить 100 тысяч долларов, понимаете? То есть есть программы, простите, в которых необходимо там по 30 тысяч партнеров и больше. У нас нужно всего лишь 2 тысячи партнеров общей структурой, и ваша мечта сбылась. Вот если вы себе поставите цель, перелопатить там хотя бы несколько тысяч контактов, да, за пару месяцев, вы будете уже через полгода с квартиры. И вот мы говорили, что наша программа это стартовала только в ноябре месяце. Мы, там нас подломил этот коронакризис, да, иначе были бы у нас квартиры. Но, девчонки, давайте окунемся в реальность. Все, это навсегда, нечего ждать, когда он закончится, когда снимут карантин, когда мы выздоровеем, там, встанем на ноги, ничего не изменится, понимаете, будет становиться только хуже, хуже и хуже. Все, хорош ждать, давайте делать. У нас есть прекрасные инструменты. Переходим в онлайн, обучаемся и зарабатывать. Эльмирочка, я очень рада, эта структура Марьям Сулеймановны, вот Эльмира пишет, значит, соответственно, и моя структура тоже, потому что Марьям Сулеймановна – это моя первая линия, это партнер, которым я очень горжусь, да, поэтому я рада, что вы с нами. Поэтому, вот Рима пишет, да, многие бизнес строят в кризис. Так вот, дорогие мои, в кризис зарабатываются самые большие деньги, в то время, как все плачут, стонут, да, ищут там какую-то подушку, жилетку, у кого на плече можно поплакать, кого объяснить. Люди, те, которые действительно живут в реальности, которые помогают себе сами, помогают людям, которые рядом находятся, они действительно зарабатывают состояние. Они ждут, пережидают, уходят там в уныние, в депрессию и так далее и тому подобное. Это выбор слабого человека, депрессия и ожидание лучших времен. Поймите это, да? Мы с вами сильные личности, мы можем гораздо больше, чем делаем. Поэтому давайте делать, да? Здесь у нас, вот, смотрите, да, то есть
Всего 6 партнеров. 800 долларов у нас накопилось. Программа целевая, накопительная. Мы уже на второй ступени. Ваши партнеры такие же дерзкие, смелые, как и вы, делают то же самое. Не надо не привлекать этих людей. Может быть, я попробую, может, у меня получится, а вот там еще пятое, десятое. Говорите «нет», да, иначе вы потом будете «нет» говорить себе каждый день. А «нет» говорить себе – это путь в никуда, да, это путь в депрессию. Себе надо говорить «да», ежедневно «да». Проснулась, да, я счастлива, я иду к своему выбору, я делаю то, что я люблю, да, и я обязательно притяну тех людей, которые мне нужны, которые слышат, про что я говорю. И тогда это очень все быстро происходит. Вот здесь вы 600 долларов уже зарабатываете. Здесь у нас зарабатывается уже 2400, да, то есть вы не каждый месяц вкладываете, вы каждый месяц зарабатываете. Понимаете, зарабатываете, вы понимаете, сами зарабатываете, людям помогаете, развиваетесь, взрослеете, у вас происходит становление просто. Я на протяжении этого года, вот кто с нами, да, и даже уже больше, чем года, я наблюдаю, некоторые как были, так и остались, да, вот у них есть какие-то ограничители, которые не дают расти, но я вижу, как растут люди, да, это просто счастье наблюдать вот именно за этим потенциалом, да, за этим ростом, как крепчают, мужают, становятся дерзкими, смелыми, да, которые могут себе позволить то, чего раньше никогда не позволяли. В этом кайф от жизни. То есть бизнес кайф тогда, когда не конечная цель, да, а когда кайф вот на протяжении движения. Да, позвольте себе кайфовать по жизни, просто кайфовать. Блин, ну получил отказ, значит, это просто не твой человек. Все. Многие просто не понимают, вот этот отказался, трем человекам предложили, все, никто не хочет, поверьте, сетевой – это бизнес больших чисел, это я не устану об этом говорить, да, и, да, если вы отработаете 20 контактов, у вас минимум одна регистрация будет, если вы сделаете 20 регистраций, у вас минимум двое будет таких, которые идут с вами в одном направлении, вот в чем суть сетевого бизнеса. Понимаете? То есть не надо на людей возлагать свои ожидания. Ваша задача как спонсора грамотно донести информацию, пригласить на вебинар, да, все остальное показать, где что лежит, разложить по полочкам, научить, находить информацию на сайте, да, и приходить на обучение, посещать наши мероприятия. То есть спонсор не обязан зарабатывать на кого-то, спонсор обязан давать информационную поддержку на протяжении всего движения. Тогда команда двигается, да? Тогда команда идет к цели, здесь вы уже 2400 накопили, пошли на третью ступеньку, и здесь все точно так же. Все, вот заметьте, никаких клонов, ничего нету, да, живые реально люди, с которыми можно складывать пазлики, с которыми можно взаимодействовать, да, от которых можно получать результат. Но если у вас есть энергия на это, понимаете, если вы сидите, раздумываете, там ничего, ну, я завтра начну, послезавтра, так вся жизнь проходит, и все, они, смотрите, да? Видно, да, так уходит ваша жизнь, песчинка за песчинкой, секунда за секундой, а вы говорите себе завтра, вы говорите своим детям завтра, я куплю тебе завтра, компьютер, я тебе куплю телефон, да, я куплю. Это ваши сомнения, это ваша жизнь, это то, что не дает вам жить, понимаете, жизнь уходит, она уходит, часы можно перевернуть и вернуть обратно, жизнь вы не вернете, и вот так, секунда за секундой, день за днем уходит ваша жизнь, а вы сидите и думаете, завтра я начну что-то делать. Так вот, ничего не изменится завтра. Менять можно только сегодня. Только сегодня можно принимать решения, и только сегодня можно их приводить в действие. И точно сегодня, только сегодня можно получить результат. Нет, вчера, нет, завтра. Есть здесь, сейчас. Вот прямо сейчас. Идем и делаем. Сразу после вебинара. Перетряхиваем структуру,
перетряхиваем своих тараканов, выгоняем всех. Не будет другого, не будет конца пандемии, не будет конца кризиса. Будет что-то другое. Той жизни, которая была вчера, ее уже не будет. Понимаете, ее не будет. Нечего ждать вчерашнего дня. Он не настигнет, он не догонит. Но от того, что вы сделаете сегодня, будет зависеть, какой день будет у вас завтра. Будете вы получать 1200, закрывать все свои потребности, либо вы так и будете ждать завтра. А песчинки жизни уходят, утекают, сквозь пальцы, мимо, мимо, мимо. Чего вы хотите от этой жизни? Если вы не способны на какие-либо решительные действия, тогда признайте себе смело в этом, да, и просто скажите, да, наверное, не мой удел быть счастливым, свободным человеком. Потому что, как я уже говорила, финансовая свобода и финансовая независимость – это разные вещи. Можно быть финансово свободным и при этом каждый день делать выбор не в пользу себя. А финансовая независимость – тоже гораздо больше. Так вот, позвольте себе быть финансово независимым вместе с Rich's Company. Наша компания создана для вас. Она создана для людей. Для людей, которые хотят менять свою жизнь. Для людей, которые готовы помогать другим людям менять свою жизнь. И вы уже только третья ступень, у вас накопилось 8200. Да? И мы перешли на четвертую ступеньку. Здесь вы тоже получите небольшую копеечку. Небольшую относительно по отношению к той сумме, которая переходит дальше. И вот здесь у нас есть уже логины, которые стоят в пятом столе, $10,000, путешествия, если это, конечно, позволит, опять же, наш любимый всем вирус, либо еще политические какие-то там игрышки. Да, пусть, то есть пока они играются там, да, давайте играть свою игру. Не позволяйте им манипулировать своей жизнью, в конце концов. Они, может, никогда не наиграются, а мы так и будем ждать перемен. Угу, да. А здесь у вас ждет $100,000. Нужны они вам, не нужны они вам. Решать только вам. Но это реальность. Это реальность, которую может себе позволить самый простой, самый обыкновенный человек, который наконец-то решит не прожигать свою жизнь, не ждать, когда настигнет будущее, либо догонит настоящее, а действовать и жить здесь, сейчас, сегодня, вместе с нашей компанией. И на этом, кстати, ваш бизнес не закончится, да, потому что в программе «Алмаз» у вас есть реинвест, который может позволить вам быть постоянно при деньгах, хоть 40 лет, если вы это захотите. И здесь в четвертый стол, то есть это не одна квартира, это может быть 2-3, и либо в последующих столах это денежное вознаграждение. Все зависит только от вас самих, а мы вам в помощь. Все, на этом я хочу сегодня закончить. Надеюсь, что вы услышали для себя что-то нужное, полезное, важное. Жду обратную связь в наших чатах. Доносите, пожалуйста, до своих партнеров о том, что они теряют, когда они приходят на вебинары. Посещение вебинаров, да, это одна из составляющих вашего успеха. Вы заметите, наши топ-лидеры постоянные, регулярные гости на всех вебинарах. Думаете, у них есть много времени лишнего? Нет, но они знают, что каждый раз они услышат для себя что-то новое, что-то важное, что-то ценное. Это нас сплочает, а когда мы вместе, тогда мы сильнее. Поодиночке нас очень легко можно загнать в тупик и в депрессию. Всем очень продуктивной недели, денежной недели, щедрой, богатой, как наша любимая Rich's Company. Всем спасибо и до среды. В среду будем разбирать подробно маркетинг алмаза со всеми алгоритмами. Так что жду всех. Всем пока-пока. Если есть вопросы, можете написать. Я запись остановлю пока. А на вопросы могу еще минут 5-10.